Привет, это Максим, магазин «Фотолюбитель». Мы продолжаем говорить про среднеформатные камеры и сегодня приготовили для вас что-то особенное. Перед вами фотоаппарат Horsman Convertible. Камера выпускалась в Японии в начале 70-х годов. Выпущено менее 5000 экземпляров. Это шкальная камера с объективом 62 мм, являющимся эквивалентом 32 мм для обычного формата. Такая оптика делает эту камеру идеально подходящей для съемки панорам и пейзажей на средний формат. Выдержки отрабатываются центральным затвором в диапазоне от 1 секунды до 1,05 секунды и балб. Для определения границы кадра используется складной видоискатель. Аппарат поддерживает сменные задники для пленки 6x7 и 6x9. При этом второй идет в комплекте. Благодаря простой конструкции камеры смена задников с пленкой не занимает много времени, и вы сразу готовы снимать. Для меня загадкой остался один вопрос. Почему фотоаппарат называется Horsman? Ждем ваши варианты в комментариях.